Сюжет из поэмы «Торквато Тассо. Освобожденный Иерусалим», на который Буше написал свое полотно «Ринальдо и Армида», был в равной степени популярен и среди художников, и среди композиторов. Опера Жана Батиста «Люли, Армида и Ринальдо» до 1761 года не сходила с парижской сцены. Эскизы для шпалер на сюжеты из поэмы «Освобожденный Иерусалим» создавали также Жан-Батист Ван Лоу, Луи де Булон и первый художник короля Шарль-Антуан Куапель. Романтический сюжет из Тассо мог быть также подвергнут критике Дени Дидро. В «Салоне» 1761 года он, правда, критиковал поэзию Лудовико Ариосто, сравнивая ее с легкомысленной живописью Франсуа Буше. Воображение, стиль и вкус обоих он считал легкомысленными и чуждыми подлинному строгому вкусу. Буше представил встречу рыцаря Ринальдо и волшебницы Армиды на фоне сказочного дворца в виде античного храма. Ниспадающий зеленый занавес, зеркало, поддерживая амурами, щит Ринальдо, цветы, амуры, играющие у ног влюбленной пары. Все создает изысканное, декоративное обрамление центральных фигур, сидящих в несколько театральных позах. Ринальдо с рукой у сердца и Армиды, сидящий в позе Европы в полотне «Похищение Европы». Товарищи Ринальдо, рыцари Карло и Убальдо, выглядывают из-за занавеса. Композиция этой картины выглядит эффектной театральной сценой. Сияющая золотисто-розовая красочная гамма напоминает палитру венецианцев. «Ринальдо и Армида» – важная картина в творчестве Франсуа Буше, написанная сразу же после его возвращения из Италии. В 1720 году он выиграл престижное Гран-при Рима, что и позволило ему обучаться в итальянской столице на протяжении 5 последующих лет. К слову сказать, после победы ему потребовалось почти 5 лет, дабы переехать в этот город. Данная картина стала его так называемой приемной частью, благодаря которой его приняли в Академию живописи и скульптуры. На полотне изображена история двух влюбленных, взятая из поэмы XVI века, написанной Торквато Тассо. Ее действие происходит во время первого крестового похода в Иерусалим, Израиль.